Откуда я знаю? Значит, к автомобилистам, к мотористам надо или к программистам, чтобы настроили нормально. Сергей занимается развозом продуктов и на этой машине ездит около 3 лет. За время водительского стажа с такой проверкой он столкнулся впервые. Токсичность выхлопных газов его автомобиля превысила допустимую норму. Я надеюсь, они мне дадут адрес, где можно исправить вот это оборудование, настроить нормально. Но сейчас я техосмотр прохожу в районе там Тихорецка. Это, они совали туда это... трубки, горели, все нормально там. Штраф за превышение нормы токсичности составляет от 500 до 1000 рублей. Чаще всего, по словам специалистов, эти нормы превышены у автомобилей, которым больше 5 лет. Либо они заправляются некачественным бензином или судомоторным топливом, что в Татарстане в принципе запрещено. В этом году, вот буквально за месяц, да, с 1 июня, уже проверено порядка более 700 автомобилей и выявлено превышение у 59 автомобилей. И они привлечены к административной ответственности. Для сведения говорю, в 2015 году по Республике Татарстан было проверено более 6000 автомобилей. Превышение предельно допустимой концентрации выявлено у 893 автомобилей. На протяжении последних лет количество автомобилей в Татарстане растет. По данным госавтоинспекции, почти 500 000 транспортных средств зарегистрировано в республике на начало этого года. По данным экологов, по сравнению с прошлым годом, выброс вредных веществ увеличился более чем на 1000 тонн. Чистый воздух для самих себя уж в первую очередь. От выхлопов зависит и наше здоровье, и вообще все. Екатерина Нерждина, Дмитрий Аверкиев, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».